кто-то видел, да? Да, укурились. Паучок. Зона вот там, пошлите. Давайте, я подавляю, вы заходите. Может, дымов накидать? А партизанский парк не получилось. Какой-то негр меня убил. Набрали армию каких-то непонятных, они еще и воюют. А что-то я не понял, меня либо до тут смыслил, либо синий убил, я что-то вообще сейчас не понял. Я вышел, пострелял и сдох. Причем ощущение, что меня реально свои постреляли. Значит, непонятно как. Там опять танкист сидит. Танкист сидит, сметана. Надо было сначала задымить, а потом давить. Ну все, да, я понял, биотуалет его убрал здесь. Поставил штаб. А ты начал раньше это делать? А? Да, говорю, стрелять. Надо было сначала дымов накидать, да, а потом что-то стрелять, а ты тыкнул. Наоборот все сделал. А, меня Антон убил каким-то образом. А, я понял, каким образом меня видно было, в принципе, в эту щельку. Понял. Меня тоже Антон. Прогальщики, боечки такие продают. Ой-ой-ой, там спитер засевает, да, пацанам. Да, да. Синий убил, сметана сидит, отдыхая. И сметана тоже, кто гранат. Ну, я предполагаю, это дотус РКГ. Все, теперь земля в воздухе не висит? Просто этот сам, тот кусочек там. Да, уже не так слышно. Я просто забыл, что я не танк, не земля, а наоборот, РКГ. Тебя на громкость, да. В спектаторе, да, в игре ничего не было. Ух! Тупо захватили зону. Нет, я не знаю. Что? Как бег? Что? Браво. Что ты меня делаешь? Что тут просто Мосинка это решает? Не Мосинка, а как? Синий, нахера ты бегал? Вот скажи мне, пожалуйста. Синий рядом с тобой бегал.